Санкт-Петербург, северная столица России. Город, специально построенный Петром I, чтобы быть окном в Европу, к концу 20 века становится в бывшем СССР самым большим окном в мир. Санкт-Петербург является крупнейшим в стране международным торговым портовым центром. Здесь проходят важнейшие морская, сухопутная и воздушная границы государства. Где граница, там и контрабанда. Существовала она во все времена и в Питере. Но с крушением Советской империи, когда старые границы стали прозрачными, а новые появились только на географических картах, масштабы контрабандной деятельности позволили бывшему Ленинграду претендовать на лавры одного из крупнейших контрабандных центров мира. На запад через Финляндию, Прибалтику и Польшу везли все, что мог переварить мировой черный рынок. От нефти и цветных металлов до ювелирных изделий и антиквариата. Профессия контрабандист стала одной из самых популярных профессий в городе. Правоохранительные органы едва справлялись с потоком специалистов по незаконному провозу товаров через государственную границу. Но за решетку попадала в основном мелкая сошка – посредники, перевозчики, курьеры. Организаторы, как правило, были недосягаемы. Они могли трудиться в самых серьезных учреждениях города, например, в Смольном, бывшем штабе мировой революции, а теперь мэрии Санкт-Петербурга. Июня 1993 года в Управление Федеральной службы контрразведки по Санкт-Петербургу и области пришла срочная оперативная информация. С Волгоградского рыбокомбината похищено 45 тысяч банок черной икры. Необходимо предупредить все таможенные переходы региона о возможном контрабандном провозе украденной икры. Были в курсе и сотрудники Себежской таможни, через которую значительные потоки грузов направлялись в Западную Европу. 26 июня водитель одного из рефрижераторов предъявил документы на партию черной икры. Они были скреплены номерной печатью. Таможенники сразу вспомнили, что двумя неделями раньше точно такой же печатью был опечатан грузовик с контрабандным металлом. Машину отогнали на стоянку и решили все проверить через Санкт-Петербург. Но день был воскресный, и запрос повис. Неожиданно на стоянке появился отдыхавший в тот день один из руководителей таможни. Спросил про груз, посмотрел документы и велел пропустить машину. Икра ушла на запад, а через день пришел ответ из Петербурга. Документы фальшивые, груз контрабандный. Но ничего поделать уже было нельзя. Рефрижератор уже, наверное, подъезжал к границе с Германией. Но успешный провоз этой партии мог усыпить бдительность контрабандистов, и вскоре можно было ожидать новый груз. По таможенной декларации установили отправителя икры, но указанная фирма была явно подставная. В результате проверки всех ее контактов всплывало одно и то же имя – некий Игорь Барканов. Санкции прокурора установили прослушивание домашнего телефона Барканова, и уже один из первых звонков дал оперативникам небезынтересную информацию. Алло, Лев Витальевич, да. Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер. Ну, с машиной полный порядок. Все, таможня прошла, все печати, документы сделаны, все. Значит, во-первых, мы загрузили то, что купили здесь. Во-вторых, удалось забрать из Пушкинского военторга эту икру. Вот. Ушло, значит, тонна экспортной икры и 28 тысяч банок этой. Ну, нашей. Каково же было удивление сотрудников ФСК, когда они выяснили, с кем разговаривал контрабандист. На другом конце провода был вице-мэр Санкт-Петербурга Лев Савенков. Но проблема была в том, что он курировал в городе вопросы торговли и формально разговор никакого криминала не содержал. Просто подчиненный, а Барканов оказался помощником Савенкова, отчитывался перед шефом о какой-то торговой операции. Продолжили наблюдение за Баркановым. Через некоторое время установили, что он закупил новую партию икры и готовит ее к отправке за границу. 8 сентября 1993 года на складе Ленрыбы новый рефрижератор загрузили ящиками с черной икрой. Руководящий операцией Барканов подготовил на груз фальшивые декларации, и вскоре контрабандный товар прибыл на таможенный склад. А там, не прерывавшие все это время видеосъемку чекисты, обратили внимание, что таможенник, опечатывавший машину, был более чем в приятельских отношениях с контрабандистами.
При этом, определив, что некоторые документы оформлены неправильно, он отчитал подельников за халатность в таком серьезном деле. До границы в сопровождении автомобиля, где находились люди Барканова, груз добрался без приключений. А там их уже ждали. И проверенные таможенники, и милиция, и сотрудники ФСК. 55, 56, 57, 58, 59, 60. В результате было изъято более 2 тонн черной икры, а участники операции, включая таможенника-контрабандиста, задержаны. Сообщники Барканова знали, что потеряли. В любом нью-йоркском ресторане килограмм такой икры стоит не менее $1500, и за всю партию они могли выручить не менее $3 миллионов. Как только самому Барканову стало известно о задержании груза, он немедленно отправился в Смольный отчитываться перед Савенковым о случившемся. Во время разговора в кабинете заместителя мэра, где уже с санкцией прокуратуры была установлена подслушивающая аппаратура, оперативники услышали невероятные вещи. Брали груз по заданию таможни, отдел борьбы с экономическими преступлениями. Есть второй вариант, что все это инсценировка. И что это идет кидалово со стороны этой группы. Значит, вот сейчас мне нужно встретиться с Кумариным и определиться. Упомянутый Савенковым Владимир Кумарин был лидером крупнейшей в городе преступной группировки, так называемой «Тамбовской». К 1993 году он стал одним из самых непререкаемых авторитетов Петербурга. В сферу его интересов попадали и таможни региона. Вице-мэр города собирался встретиться с представителем криминального мира. Это уже не могло не заинтересовать чекистов, и они делают запрос в управление внутренних дел города. Не был ли Савенков ранее замешан в каких-либо сомнительных операциях? И, как оказалось, был. Незадолго до эпизода с икрой его имя уже фигурировало в расследовании одной известной в городе аферы сахарной, когда за бюджетные деньги по баснословно высокой цене сахар закупался для Петербурга, а огромные комиссионные отправлялись чиновникам в карман. Но тогда доказать соучастие Савенкова не удалось. Более того, в милицейских архивах сохранились записи телефонных переговоров фигурантов сахарной аферы, где одним из собеседников оказался также Лев Савенков. Если мне удастся вот в ближайшие 10 дней, вот сейчас пройдет первая платежка, сегодня должна была пойти на 150 миллионов, то есть чтобы всю сразу вот 1,2 миллиарда не платить, потому что они будут долго идти, мы договорились по 150 миллионов в день. И если вот пройдут сегодня 150, и за 10 дней это все закроется, я у тебя нажрусь, как последняя собака. Сотрудники ФСК стали выяснять, каким образом в кресле вице-мэра города оказался человек, контролирующий разнообразные потоки контрабандных грузов через государственную границу региона. И уже в биографии Савенкова обнаружили ряд небезынтересных фактов. Лев Савенков родился в 1950 году в Днепропетровске. После армии поступил в престижный в то время Одесский институт инженеров морского транспорта, после окончания которого получил распределение в Северную столицу, где, работая в одном из ленинградских НИИ, быстро начал делать карьеру. Но в начале 80-х он все бросает и устраивается рабочим в обычный продуктовый магазин. Но сам Савенков знал, что делает. Торговля в советскую эпоху была главным двигателем человеческих взаимоотношений и мерилом всех ценностей. И за 8 лет Савенков проходит путь от прилавка до кресла начальника управления торговли второго в Союзе города, становясь на одну из самых желанных ступенек в тогдашней номенклатурной иерархии. Но уже в 91 году, с началом бурной предпринимательской деятельности в Новой России, он добровольно оставляет пост главы городской торговли и, пользуясь солидными связями, превращается в одного из самых удачливых предпринимателей города. Но уже через год его вновь приглашают на административную работу. В этот раз предлагают пост вице-мэра. И человек, официально заплативший в 91 году $600 тысяч налогов, идет на работу с окладом всего в несколько тысяч рублей. Было ясно, что просто так Лев Савенков в своей жизни ничего не делает. И бросить бизнес, совершенно легально приносивший ему уже в те годы миллионы долларов, можно было только ради еще больших денег. Но на чем он мог их сделать? Даже если предположить, что его доля в контрабандном вывозе черной икры была самой большой, это все равно лишь какие-то сотни тысяч долларов. Но это криминал,
и риск быть пойманным никак нельзя оправдать этими деньгами. Что же на самом деле задумал человек, в очередной раз круто изменивший свою жизнь? Итак, полагая, что контрабанда черной икры – это только часть незаконной деятельности вице-мэра, его решили пока не задерживать, и чекисты продолжили прослушивание его кабинета. И новые открытия не заставили себя долго ждать. Вот по поводу нашего материала. Алло. Да, я слушаю. Значит, я вчера с ним разговаривал. Да. Но я не знаю, как с ним еще говорить. Он, значит, этого клиента ФРГ не отдает. Он говорит, я только с ним имею право разговаривать. И говорит о том, что надо, чтобы был еще документ от финской таможни о том, чтобы этот груз следует транзитом, ну, в Германию. Ну, что касается маленького образца, тут вопрос ясен. Тут ничего не надо. Так смысл какой? Ты понимаешь, ведь дело в чем, что, извини, сейчас образец, а потом пойдет поставка, ведь они будут каждый день что-то приготавливать. Так, слушай, за это все надо платить. Я ему вчера сказал, он говорит, для образцов это не надо. Я говорю, что для, вот когда пойдет, скажем, 100 грамм, нужны такие же документы? Да, я говорю, ну и получается абсолютно легально. Человек, ворочавший тысячами тонн на операциях с сахаром и десятками тонн на контрабандном вывозе черной икры, вдруг заговорил о граммах каких-то образцов. Почему так помельчали интересы Льва Витальевича? И о каких таких документах упоминалось в разговоре, которые могут легализовать процесс? Оперативники начали разработку. Собеседником Савинкова на этот раз оказался Александр Матвеев, один из крупнейших предпринимателей Санкт-Петербурга, владелец нескольких экспортно-импортных фирм. У Матвеева была многократная виза в Германию, и оперативники выяснили, что на днях он действительно собирался выехать в Берлин. Матвеев обычно летал в Германию самолетом, но буквально за день до отправления сыщики выяснили, что на этот раз он решил воспользоваться автомобилем. Причем поедет он не на своем «Мерседесе», а на взятой у знакомой скромной белой «Ниве». Это уже не могло не насторожить оперативников. Судя по всему, он действительно собирался перевезти какой-то небольшой груз. Неужели наркотики? На всякий случай подключили специалистов из отдела по незаконному обороту наркотиков. 30 сентября 1993 года у пограничного перехода Торфяновка на российско-финской границе появилась белая «Нива» Матвеева. Он держался спокойно и уверенно. Заполняя таможенную декларацию и проходя другие обязательные формальности, он по обыкновению пытался даже шутить с таможенниками. А те, к его великому удивлению, вместо ответного символического осмотра автомобиля, приступили к его доскональному исследованию. Перетряхнули все вещи, прозвонили, простучали кузов автомобиля, внимательно осмотрели двигатель. Заглянули даже в глушитель и в выхлопную трубу. Но нигде ничего подозрительного не было. Матвеев держался по-прежнему солидно и безмятежно. Чуть ли не с лупой осмотрев всю машину и уже отчаявшись что-нибудь найти, заглянули в аптечку, где среди обычного набора лекарств обнаружили 3 пакетика с ампулами, в которых находился какой-то темный порошок. Все таможенники, как известно, хорошие психологи. Они не могли не заметить, как занервничал Матвеев, когда они обнаружили этот порошок. Таможенники поняли, что в руках у них то, что они так долго искали. Но что это было на самом деле, никто сказать не мог. Спросили самого Матвеева, на что он, изобразив на лице удивление, сказал, что машина не его, и он понятия не имеет, что хозяева хранят в своей аптечке. Теперь уже вопросы стали задавать оперативники ФСК, больше не пряча скрытую до этого камеру наблюдения. Товарищ инспектор разбирался и в аптечку вынимал. Он говорит, что вот это вот такое? Я не знаю. Оперативники обратились к ученым.
Что за загадочный черный порошок был обнаружен в аптечке Матвеева на российско-финской границе? И выяснили, 8 грамм непонятного вещества – это редчайший металл платиновой группы – осмий, а точнее его изотоп – осмий-187. Он используется в космической промышленности, а также для производства сверхдорогих противораковых препаратов. В год на мировой рынок поступает не более полукилограмма этого элемента, и цена его доходит до 200 тысяч долларов за грамм, что в десятки тысяч раз превышает стоимость золота и платины. В чистом виде осмий в природе не встречается, и почти весь получается в нескольких сверхмощных промышленных лабораториях. Каково было удивление следователей, когда они выяснили, где были произведены эти 8 грамм? В домашней лаборатории на даче одного из питерских ученых-самородков Виктора Петрика. Осмий 187, 99,8 – это высота, которая была получена в Окрестской лаборатории в результате трехлетней прогонки на масс-сепараторах. То есть это сверхдорогой продукт, получается, в результате из-за его стоимости труда вложенного. Видите, какая тут цена? 189 тысяч долларов грамм. А я сегодня получил еще более высокую, 99-96 чистоту. И в больших количествах. Петрик, которому на дачу с осмотром явились оперативники, даже не скрывал, что здесь, в своей лаборатории, производил обогащенный осмий. При этом сообщил, что несколько месяцев назад раздался телефонный звонок, и человек, представившийся вице-мэром города, сказал, что на одной из научных выставок он узнал о существовании этого сверхдорогого металла и спросил, может ли он производить обогащенный изотоп этого элемента в домашней лаборатории. Петрик очень удивился и сказал, что попробует. При этом Савенков заверил его, что они, то есть правительство города, в случае успеха эксперимента, организуют официальный экспорт осмия на Запад и на вырученные деньги превратят Санкт-Петербург в один из богатейших городов мира. А он, Петрик, получит лучшую в мире лабораторию и наверняка Нобелевскую премию. 1 октября 1993 года в своем служебном кабинете в Смольном Лев Савенков был задержан. Среди служебных бумаг у заместителя мэра в ходе обыска были обнаружены сертификаты качества на осмий, а также деловая переписка о продаже на Запад черной икры. Но всему этому у заместителя городского головы нашлись свои благородные объяснения. Извините, что это за руководитель, который приходит на место, зная, что людям, извините, есть нечего, и который не ищет способа решения этого вопроса. У нас страна такая, что у нас здесь есть все. В том числе осмевое сырье и гениальные ученые. А как рачительный хозяин и заботливый отец города, он не мог упустить шанс, сулящий ему, то есть городу, миллиардные прибыли. Значит, я считал, что мы можем получать прибыль в пределах 12-13 миллиардов долларов в год. Это, между прочим, составляет, ну, примерно 3 ленинградских бюджета. Но почему тогда осмий на сумму почти в миллион долларов вывозился тайно, если делалось это все в интересах города? Здесь тоже все предусмотрел вице-мэр. В таможенном кодексе нет запрета на вывоз осмия 187, который был спрятан в аптечке. Так о какой же контрабанде идет речь? Именно по этой причине вскоре после ареста пришлось отпустить под подписку о невыезде и Матвеева, и Савенкова. Не прошло и месяца, как выяснилось, что Матвеев уже находится в Лондоне и в Россию возвращаться не собирается. Савенков же, абсолютно уверенный, что действовал безошибочно, продолжал ходить на допросы, а следователи задавали ему все новые вопросы. Например, если Савенков знал, что вывозимый осмий оценивается в миллион долларов, почему он его не задекларировал? Как же тогда чиновник-филантроп собирался добыть для городской казны обещанные миллиарды? И почему он финансировал осмиевый проект из собственного кармана? И на это у Савенкова был готов ответ. Поскольку из бюджета деньги я не мог брать, потому что это слишком был большой риск, я тратил в данном случае свои деньги и деньги тех людей, которые я привлек к этому проекту. А свои деньги, как выяснилось, у Савенкова были. Во время обыска в служебном кабинете у него из сейфа были изъяты 10 тысяч долларов США, 2 тысячи немецких марок и несколько миллионов рублей, не говоря уже о многочисленных кредитных карточках самых престижных европейских банков.
Но когда оперативники пришли с обыском на квартиру Савенкова, то обнаружили там абсолютную пустоту. Законопослушный благодетель не исключал возможность ареста и заблаговременно лишил следователей заботы об описи его имущества. Теперь стала окончательно ясна причина очередной перемены в судьбе Савенкова. Еще будучи предпринимателем, он узнал о чуде металле и окончательно потерял покой и сон. Он сразу понял, какими деньгами пахнет ОСМИ-187. Тут-то судьба и преподнесла ему невероятный шанс. Его приглашают в мэрию. Значит, у меня до мэрии было достаточно средств для того, чтобы я, придя в мэрию, мог сказать, допустим, Анатолий Александрович, мне не надо зарплаты, дайте мне 1 рубль в год чисто. Мне просто интересно работать. Он не сомневался, что интересная работа уже через пару лет превратит этот рубль в миллионы долларов. Начав с афер со сладким, но таким тяжелым сахаром, продолжив контрабанды уже более элегантной черной икрой, он вскоре придет к гениальной операции с изящным и таким легким осмием. Кстати, идеальный контрабандный груз осми позволял Савенкову решать еще одну очень важную проблему. Возглавляемый Владимиром Кумариным Тамбовской преступной группировки за любой контрабандный груз, проходящий через таможенные пункты Санкт-Петербурга, приходилось отстегивать не менее 10% его стоимости, а наладив нелегальный экспорт невидимого и для тамбовцев осмия, можно было сэкономить на бандитах миллионы долларов. Но не сложилось. Если бы он тогда сообразил из 8 граммов этого металла сделать элементарную гайку для пресловутой Нивы, наверняка сидел бы сейчас в более просторном кабинете и работал бы над новым детищем научно-технического прогресса. Например, над последним гениальным изобретением Виктора Петрика – специальным порошком по ликвидации нефтяных пятен при экологических катастрофах. Западные эксперты оценивают патент на это изобретение в 8 миллиардов долларов. 3 года потребовалось следствию, чтобы, предъявив Льву Савенкову обвинение в контрабанде в особо крупных размерах, довести дело до суда. И даже 20 июня 1997 года, в день объявления приговора, он был абсолютно спокоен и не мог представить, что его признают виновным. Савенкова Льва Витальевича признают виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 78 редакции указа Президиума Верховного Совета РСФСР, в соответствии со статьей 40 Уголовного кодекса Российской Федерации 60 года по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией имущества лишка. Пока Савенков обжаловал приговор, пытаясь доказать свою невиновность, Федеральная служба безопасности закончила расследование еще одного громкого дела, связанного с задержанием крупнейшей в постперестроечной России партии наркотиков – тонны кокаина. Открытие, которое при этом было сделано, уже почти не удивило начальника следственного отдела ФСБ Сергея Яковлева. В ходе расследования громких и скандальных уголовных дел, которые находились в производстве нашего управления, мы пришли к выводу, что одни и те же лица, которые помогали Савенкову в контрабанде икры осмия, участвовали в незаконном ввозе тонны кокаина на территорию России.